Juventus. Финал Лиги Европы. Павел Недвед среди представителей делегации Ювентуса. Черефераро уточнил, Свонси впервые играет в плей-офф Лиги Европы. Ну и Джанни Инфантино тут же вспомнил, что рядом с ним стоит Чиро Ферраро, который выступал за Наполи и Ювентус. Наполи только что узнал своего соперника, это Свонси. Ну и Ювентус, кого достанет соперники Ювентусу Чиро Ферраро? Трабзонспор из Турции. Ну, Ювентус вылетел из Лиги Чемпионов, сыграв с Галатасараем. Да, и Павел Недвед, по-моему, не очень доволен. Ну и шутки, естественно, на тему, что Ювентусу нужно будет возвращаться в Турцию. Это, конечно, ну как по заказу, да, с побед. Так что Генк – это соперник серьезный. Ну а вот и киевская «Динамо», бывший соперник Генка, еще один украинский коллектив. Валенсия, АЗ и Бенфика остались. Три опции open for Динамо Киев. Валенсия, АЗ or Бенфика. Ну, по составу киевская «Динамо» – это серьезный оппонент для любого из трех оставшихся. Вопрос, как будет выглядеть Валенсия на футбольном поле. «Динамо» в феврале, Валенсия, когда Динамо предстоит играть с киевлянам, Валенсия, с Валенсией. Первый матч в Киеве 20-го, ответная игра в Валенсии 27-го. Напоминание, Фиорентино против Эсберга. Молодец. Похвалил, по-моему, сам себя Чиро Ферраро. Вот такой потенциальный соперник для человека. Спасибо большое всем за внимание. Еще раз. Пара команд. 1-16 Днепр Тоттенхэм, Бетис Рубин, Свонси Наполи, Ювентус Трабзонспор, Марибор Севилья, Виктория Шахтер, Черноморец Лион, Лацио Лудогорец, Эсберг Фиорентино, Аякс Зальцбург, Макаби Базель, Порту Айнтрахт, Анжи Генк, Динамо Киев Валенсия, Паук Бенфика и Слован АЗ. Вместе с вами за ходом жеребьевки Лиги.